Фирма JD Power назвала самые надежные автомобили трехлетки. В рейтинге этого года молодая марка Genesis была заявлена впервые, но сразу же оказалась на вершине. Прошлогодний лидер Lexus, занимавший первую строчку аж 8 лет подряд, в этом году оказался сдвинут на вторую позицию, хотя улучшил свой показатель. Из моделей стоит особо выделить Lexus ES. У премиум-седана обнаружилось всего 52 проблемы на 100 машин, что оказалось лучшим показателем за всю историю существования рейтинга. Марка Хаатай официально покидает российский рынок. В прошлом году китайскому бренду удалось продать меньше 100 автомобилей, что явно далеко от порога рентабельности. Да и в самом Китае существование этой марки висит на волоске. До последнего времени Хаатай предлагал два паркетника. Среднеразмерный Боллигер опирался на лицензионную платформу от Hyundai Santa Fe образца 2000 года. Компактный паркетник Лавиль представлял собой реинкарнацию Hyundai iX35 первого поколения. Обе машины стоили около 1 000 000 рублей. С конца 60-х по середину 70-х марка Porsche выпускала относительно дешевую модель Porsche 914. Шеф-дизайнер марки Михаэль Мауэр рассказал, что компания планирует создать современный аналог 914. Пока существует два варианта развития. Первый – разработка классического, но предельно простого по конструкции спорткара. Второй путь – создание аналога таких моделей, как Audi TT RS или Volkswagen Golf R32, но с логотипом Porsche.